Всем привет, меня зовут Толя, и мне 19 лет. Живу в Москве, учусь в колледже. Решил сюда прийти, вот, попробовать себя. В общем, дрался пару раз, стиль смешанный. Больше люблю борьбу, но как бы и есть стойка. Хочу попробовать себя, в общем. Ну, как-то так. Меня зовут Андрей. В таких местах не выступал, как бы. Мало занимаюсь спортом, ну, хорошим спортом, довольно не бойцовским. Не дрался ни в каком промоушене и по профессионалам тоже не заявлялся. Люблю драться, да, в принципе, достаточно. Считаю себя андердогом в этой игре. Ну, как правило, как раз такие люди и поворачивают ход событий в другую сторону. Чем же мы сегодня займемся? Так что, ребят, хочу сказать всем спасибо, кто меня поддерживает, и всех тех людей, которые говорят за моей спиной гадости. Я все слышу, ребят, вам тоже привет. Устроим сегодня, ребят, андеграунд, так что до вечера. Открывает наш турнир Сазонов Андрей по прозвищу Сазон. Это 22-летний игрок регбийного клуба «Слава», который решил попробовать себя в этом чудном занятии, как битва на кулаках, и хочет показать, кто он есть. У этого бойца нет никакого рекорда, он не участвовал никогда даже в любительских соревнованиях, за его плечами только уличные бои и драки на регбийном поле. Его противник Маурин Анатолий по прозвищу Хамло, это 19-летний боец, также без какого-либо рекорда. Но за его плечами есть околофутбольные движения, а именно 15 боев в полях. Сазонов Андрей, попробуй!
Там играл, он пил-то, блядь. Напоминаю, что это у нас регбист, игрок регбийного клуба «Слава». Он решил быть немногословным. В его словах все было понятно.